течение 3 дней в учебном центре УФСИН России по Архангельской области специалисты-кинологи со служебными собаками демонстрировали свой уровень подготовки. Конек двухгодовалой бельгийской овчарки Хуга – обыск транспорта. Пес безошибочно определил, в какой из машин пытается скрыться преступник. Волнение было у меня однозначно. Он просто делал свою работу, все. Чему учил? Волновался я за него. На областных соревнованиях среди кинологов можно встретить и таких хвостатых полиглотов. Бельгийская овчарка Рикка выполняет команды кинолога на двух языках – русском и французском. Обучен на френч, на французском. Ас. Но этот игривый и дружелюбный на вид пес готов к лобовой атаке даже с самым опасным противником. Вот она, мертвая хватка. Боевой тандем Рика и Вячеслава стал первым в областных соревнованиях среди старших инструкторов-кинологов. Готовились усердно, в этот год весь готовились. Знали, что пойдем на соревнования, были предупреждены. Приятно занять почетное место. Побороться за звание лучших в этом году приехали 46 специалистов с собаками из исправительных учреждений региона. В этом году ребята подготовились очень неплохо, кто-то лучше, кто-то хуже, но по сравнению с прошлыми годами результаты достаточно высокие. То есть престиж службы растет. Конечно, эта череда испытаний не полностью воссоздает общую картину службы. На деле все гораздо опаснее. Но кинологи и их четвероногие товарищи знают, еще не раз они докажут крепость своего союза не только на соревнованиях, но и на посту. Мария Воробьева, Евгений Зыков. Панорама Севера.